Так, мамуля, удивились. Короче, позвонили в звонок. Действительно, позвонили в звонок. Я решил снять короткое видео. Не знаем от кого, знают адрес. Ребята занесли и не говорят от кого. Все с документами, подарок. Вот такая машинка новая. Стиральная машинка. Распаковывали, посмотрели. Идет. Я не знаю, кому говорить спасибо, но они вообще не говорили, что, от кого. От кого сказали, что мне. Вот такая машинка. Да. Потом будем подключать, она на 6 килограмм. Ну, я думаю, я поставлю вот в это место, как раз разберу вот это место, да, и поставлю. Потом схожу за шлангами отдельно. А там вон шланги есть. Да, и там еще шланги. Я, короче, погляжу, сам потом разберусь. Ну, в общем, спасибо там. Ну, у нас 9 часов вечера, мы не ожидали. Я вышла сюда со сковородкой. Ну, парни говорят, ну вот нас встречают со сковородкой. Я как раз ее помыла. Это. Просто не думали, не гадали. Вот. Да. Я-то, как всегда, в своей личной манере говорю, ну, что говорю это? Вроде говорю, ничего не заказывали. Заказывали. А кто вдруг кто-нибудь что-нибудь закажет? Вот смотрите. Вот такая 2 года гарантии. Да. Все здесь. Машиночка аккуратная. Машиночка аккуратная. Да. Все приспособления здесь приспособы. Угу. Все здесь идут. Да, вот такая. Посмотрим, да. Да, вот такая. С надписями. Отец тоже. Ну вот. В инструкции. Это стиральная машина Deco. Deco. Срок, короче, 2 года, употребление киловатт-час, цикл, когда вот она все стирает, 1,13. Понятно. Класс стирки А высокий, вот, высокий класс стирки. В общем, спасибо огромное, действительно. Да, вот так. Потребление воды 45 литров. Понятно. Так что в Новый год это чудеса встречаются. Под Новый год. Кстати, документы нет. Там на столе, все сдано. Это, наверное, подарок Деда Мороза. Это подарочек от Деда Снегурочки. Мороза или от Снегурочки. Всем действительно спасибо огромное. Сидели, да. Вот так вот. Что? Это, дорогие, мы не сами мы себе купили. У нас мани-мани. Если бы сами, ну, вот купили, даже мы бы стимул показали. Жизни появился, что да. Нечего вот будем это расстраиваться. Не на где? Руках, а на это. Может, сами видели. Всем огромное спасибо. Да, большое. Они спасибо. Так и не выдали, сколько бы я и не выдали от кого. А у нас просто родственников таких нету, которые да, могут дарить такие дорогие подарки. Да. У нас действительно нет, нас таких, нет таких родственников. Огромное вам спасибо. Ну какая машинка. Да? Завтра будем ее смотреть. Смотреть. Да, это наша. Потом подключать я буду, отдельно схожу, проведу. Да. Под этим и все, запустим все. Ну, все. Все, спасибо. Пока-пока. Отец заплакал. Ну, эмоции. Ну, эмоции, все. Приятно все равно. Ну, конечно, приятно. Ничего себе. Огромное спасибо. Пока-пока. Это большая приятность. Это очень большая приятность. Спасибо всем огромное. Да. Пока-пока. Будем убирать, разбираться. Все. Пока-пока всем.